Казалось бы, переставили на шасси белорусского производства, а получается очень много плюсов от штатной машины. Штатная машина. Все это старое у нас, старое, от советских. А платформа наша. Платформа уже наша, доработанная шасси МАЗ, позволяет решить целый ряд проблем. Эксплуатация очень сложна старых машин, отсутствие запасных частей. Рельбовые испытания провели, оказалось очень хорошо. Хочется отметить, что полностью разработка выполнена нашим предприятием. То есть, начиная с чистого листа, разработано и произведено здесь, в Беларуси. А двигатель? Двигатель, гибридная силовая установка используется, то есть приводится в движение электродвигателем и бензиновый генератор, обеспечивая возможность работы в течение 24 часов. Мы освоили... Но это самая большая авиационная ракета. Наша, да. Мы полностью освоили ремонт. То есть осуществляется пуск с самолета Су. Да. И летит. Су-30 МиГ-29. Су-30 МиГ-29 на дальность 70 километров. Самое главное, мы не должны останавливаться. Мы не останавливаемся. Если уже пошел, иди. Идем. Поэтому надо, деньги, конечно, надо считать, но и по-мужски надо работать. Если уже наметили, значит, надо это реализовать.